Шалом. Перед тем, как я налью в стакан вот этот оставшийся глоток, пока я еще понимаю, что я говорю, я хочу поделиться с вами мыслью. Зачем человек пьет? Ну, давайте возьмем еврейские праздники. Нет ни одного праздника, ни одного шаббата, где человек не делает кидуш на вино. Многие делают кидуш на виски, на водку. Короче говоря, мы видим, что есть некая потребность быть связанным с алкоголем. Есть люди, которые вообще не пьют. Но те, которые пьют, причем пытаются каким-то образом объяснить или оправдать потом свое поведение после алкоголя, они говорят, ну это ж праздник, или там это шаббат. Дамы и господа, есть мысль, есть разум. Когда человек делает лыхаим, то есть пьет алкоголь, очень часто он выходит из рамок логики, из рамок нормального поведения. И тут уже, как говорится, что Бог даст, или он будет буянить, или потянет на какие-то подвиги, или просто заснет. И здесь я прочитал интересную идею, которую выдвигает раввин Одинштальзенц, великий раввин, в книге «Суть еврейских праздников». Он говорит, что так же, как в еврейском законе намерение мыслей играет очень важную роль во время исполнения заповеди. Когда человек имел в виду вот сделать так, это очень сильный аргумент, когда он это делает. И очень часто спрашивают, ты что намеревался, что ты имел в виду? То же самое с алкоголем. Перед тем, как ты пьешь, нужно настроиться, во всяком случае постараться. Во-первых, нужно пить только, когда есть какая-то мицва. Свадьба, бар-мицва, шаббат. И вот впереди праздник, который называется Пурим. Важнейший продукт, который есть, это алкоголь. Более того, написано, что ты должен напиться так, чтобы не отличить Амана от Мордыхая. Короче, почитайте, очень интересные вещи. Вот я задаю вопрос. Вот пока еще не вот этот глоток я не вылил. Задаю себе вопрос, как настроиться, чтобы этот алкоголь направил наши неадекватные действия в хорошее русло. И вот пользуясь советом раввина Штайнзальца, я говорю себе, я сейчас выйду за рамки рассудка. Я освобожусь от ограничений, которые раньше меня просто сковывали. Я простой еврей, хочу служить Богу. Меня очень многие вещи сжимают, и я не могу, не имею возможности. Но вот сейчас, попадая на Пурим, где есть святость, где Тора требует от нас, Тора, подняться над логикой. Ведь обратите внимание, победа евреев над врагами, она была выше логики. Шансов не было, и вдруг раз! И все перевернулось. То же самое у нас, в глубине души. Есть секрет. Он таится, он хороший секрет, хороший сюрприз. Пишет царь Соломон, зашло вино, вышел секрет. Вино по гематрии 70, юд-юд-нун. Секрет по гематрии тоже 70. Самых вав-далет. То есть мы видим напрямую, что вот это связано с неким секретом, хорошим секретом, позитивным. Это я себя настраиваю. И вот я хочу в Пурим почувствовать, что весь этот мир принадлежит Всевышнему. И нет каких-то ограничений, каких-то рамок. Открыть вещи, до которых я не в силах добраться в определенные дни, в будние дни. И вот когда я настроюсь, я уверен на 100%, что Всевышний мне поможет. И я сделаю этот глоток, будучи уверенным в Пурим, что я выполняю заповедь. Пурим, Самеах, уважаемые наши зрители.